Иона, можешь говорить. Ага, мы с Учу разбили лагерь, все хорошо. Домингес здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. О. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Кто-то должен что-то сделать. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать-то Камару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Унурату прошла. Нет места. Ничего не могу взять. Привет. Привет, Ишик. Редко встречаюсь.
Извините. Наверное, ты писка-мертвец. Я Лара. Как и ты? Но ты выжил. Тут один мальчик говорит, что Писка украл его кубики. Сегодня тут людно. Кукулькан обещал нам процветание, но многие делают и свои подношения. Я считаю, что Унурату и ее мятежники верные дети Пайтити. И не только я так думаю. Просто только у меня хватает смелости сказать это вслух. Грядет очищение. И именно семья Унурату должна принести Кукулькана в жертву, чтобы вернуть солнце, и никак иначе. Но за такие слова можно поплатиться жизнью. Понятно, почему люди молчат. Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Там могут быть сектанты. Отлично.
Сюда. Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Спокойно, Лара. Без нервов. Спеши. У тебя все получится. Выбора у меня нет. Это один из мятежников? Где-то здесь должен быть вход. Змей с серебряным глазом.
Я на верном пути. Да, сюда. Запах все усиливается. Лара, как ты там? Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ларцом. Сомневаюсь. Другого выхода нет. Ну ладно. В этих урнах они замачивают внутренности. Надо сжечь преграду. Слишком сыро. Тут нужен катализатор. Тут нефть и кровь. Путь свободен. Надо идти дальше. Это что, зал для кровопускания? Черт, потекло не туда.
Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Подъемно. Нужен крутящий момент. Града.
Теперь искать ларец. Тринити. Вот этот мелкий бунтарь. Эдли! Oh,
Эй, Лара, вернись, если можешь. Учух хочет кое о чем тебя попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Никогда не видела Учу таким злым. Учу? Что случилось? Не хочу сплетничать, но они с Кобилом повздорили. Говорили тихо, но я видела, что их прямо распирает от злости. Ты веришь, что один момент может определить самые важные события в жизни? Я верю. Взгляни, что происходит сейчас. Если бы в то голодное время Амару и Сайри не повздорили, и если бы Сайри не настоял, несмотря на мнение Амару, что именно он должен отправиться в опасные земли на охоту, может, сейчас все было бы по-другому. Понимаешь, Амару чувствовал себя виновным в смерти брата. В ночь, когда тело Сайри принесли из джунглей, он был вне себя от горя. Я думаю, это был тот самый момент. Это сломило Амару. После этого он стал полностью контролировать жизнь в Пайтити. Он хотел защитить нас, потому что не смог защитить Сайри. Один раз я поймал дома рыбу в колодце. Папа говорит, это потому что под некоторыми домами есть туннели с водой. Смешно, да? Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара. Не подходи к ним близко. Они всегда ищут какого-нибудь мятежника и не знают жалости. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это?
Это ключ. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь. Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Возможно. Ты уже достойно себя показала. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом.
У меня нет столько места. Чашикин! Ну и молодежь пошла, честное слово. Дети скачут по горам. Иона, я приближаюсь ко входу в шахту. Учу говорит, он у края горы. Он послал повстанца открыть его. Спасибо. Не могу разобрать диалект. Я что-то упустила из виду. Ну вот. Тут надо поосторожнее. Нет места. Ничего не могу взять. Я на месте. Унурату только что ушла с Хаканом. Когда откроешь ворота, она будет готова. Jantala sultal jetel ukil el kiko. Walkila, shena choaba. Malo. Atubeita la naka, Lisa!
и о верном пути. Осторожно. Кажется, место то самое. Вот эти-то ворота и нужно открыть. Huntulin lakon, chimbaltes. Теперь надо открыть ворота.
Уведи его! Иона! Как там Эдзли? Нормально. Они его вытащили, но Унурату взяли в плен. О, нет. Ты в порядке? Да. Я пошла за ларцом. Не знаю, сколько времени это займет. Делай, что должна. Спасибо. Глаз змея. Точно. Может, запирающий механизм наверху стены? Ничего не могу взять.
Кажется, там внизу храм. Я могу туда добраться. Очень надеюсь, Унурату цела. Зачем она нужна Домингесу? Хочется верить, что пока он ищет ларец, она будет жива. Надеюсь, она цела. У меня нет столько места. Чья это работа? Нет места. Ничего не могу взять. Здесь высоко. Но я могу спрыгнуть. Ладно, вперед. Это потрясающе.
Нет места. Ничего не могу взять. Это просто шум. Видимо, это те самые пропавшие бойцы.
все. Пора идти.
Что-то мешает. Надо самой его повернуть. Надо перебраться. За этой дверью. Ларец может быть здесь. Ишчель и Чакчель защищают ларец.
У меня нет сколько-нибудь. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Хорошо. Другое дело. Сойдет. Осталось чуть-чуть.
все прут. Две двери. Ну, конечно. Надеюсь, последние. Ничего не могу взять.
поворачивается. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Чтобы вода лила. Поворачивается. Хорошо, это обнадеживает. Вода лилась на колесо.
Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Я Ашель, богиня защиты. Серебряный ларец Ишчель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец? Thank you.
Наконец-то добралась. Нет места. Ничего не могу взять. Пригодится. Ugh!
Да. Нет места. Ничего не могу взять. Придется прыгать. По-другому никак. Богини, существа, да как их ни назови. Какая разница, если они за тобой гонятся? Кто оставил изображение цапли и затмения? Это уже что-то.